Попытка записать голос поверх записанного видео. Диалоги, конечно, очень быстро меняются, субтитры. И попробовал в первой сцене здесь замедлить немножко на 15%. Посмотрим, как это будет выглядеть. Успею ли прочитать. Да, все в порядке, мальчик. Будь начеку, Хавьер. Здравствуй. Как самочувствие? Я в порядке, в отличие от некоторых. В отличие от большинства. Я присоединился к вам, потому что думал, что вы любите заварушки. Постреляли чуток, провели пару дней в бегах, а вы все сидите и трясетесь. Кроме тебя, конечно. Заткнись, Мика. Я никогда еще не видел столько кислых рож. Наверное. Наверное, они. Когда я погибну, у нас будет праздник, когда ты погибнешь. Праздник? Не исключено. Очень смешно, да? Ага. А может, я не хочу, чтобы надо мной шутили такие люди, как вы. Прекратите, сейчас же. Кретины. Калашматите друг друга. Коль Мадрискал, вот кому надо рожу начистить. Хотите просто сидеть и ждать, когда он сам к нам придет? Давайте, у нас полно работы. Вперед. Ты уверен насчет этого дела, Дач? Да. Ребятам крепко досталось. Мы еще с себя-то толком не пришли. Меньше всего нам сейчас хотелось бы угодить засаду Кольму Адрискову. Идем. Я знаю, ты его ненавидишь, Дач. Он пришел сюда за нами. Сомневаюсь в этом. Нет, ты просто сомневаешься во мне. Я бы ни за что тебя... В тебе не усомнился, Дач, ты всегда говорил, что месть — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. И все же это верное решение, Артур. Возьми. И дело не только в желании свести давние счеты. Они говорили о поездах, о детонаторах. Держи. У Кольма всегда были хорошие осведомители. Ну же, ты думаешь, сейчас подходящий момент, чтобы ограбить поезд? Может, тебе нравится жить на диете из оленей мочи и кроличьего дерьма, но и я такого уже для такого староват. Мистер Мэтьюс, мистер Смит, мистер Пирсон, пожалуйста, присмотрите за хозяйством. По округе шастают ребята Адрискова. На юго-запад, да, Артур? Да. Сейчас продолжит. Да, он сказал идти по главной дороге на юго-запад. Они разбили лагерь у какого-то озера. Так, давайте найдем этих ублюдков и уведем у них ограбление до того, как они найдут нас. Это что? Следы. Лошадей много. Насколько я понимаю, здесь только мы и они вон там.
Все хорошо, Дач? Конечно. Слушай, я знаю, в последнее время ты не одобряешь мои идеи, но это правильное решение. Да, ты же знаешь, что я тебя не брошу. Я давно понял, что коль мой Адрискала надо бить первым. Замешкаешься, и те, кого ты любишь, погибнут. Ваша с ним вражда. Ей нужно как-то положить конец. Так и будет. Что-то я могу простить, что-то забыть. Но только не то, что он сделал с Аннабель. Ты же убил его брата, Дач. Да, убил. И надеюсь, что эти гады скоро встретятся на том свете. Вот как все закончится. Так все и произойдет, босс. Видишь дым? Давай срежем здесь и посмотримся. Они сказали, что лагерь рядом с озером, так что мы уже близко. Остановимся здесь. Ну что ж, господа, момент настал. Мы все к этому готовы? Готовы, Дач, отлично. Итак, мы с мистером Морганом отправимся на разведку и постараемся выяснить планировку лагеря. Мистер Уильямсон, мистер Белл, займите позицию на окраине. Мистер Саммерс, мистер Эскуэлла, вы останетесь здесь. Вперед. Вот они. Это точно они. Хольм? Кажется. Да, это он. С кем он говорит? Вид у него не очень-то радостный. Нет. Они уходят? Похоже, да. Может, стоит с ними сразу разобраться? Нет, Кольм подождет. Пусть лучшая часть из них уедет отсюда. Да и ограбить его будет уже не так весело, если он никогда об этом не узнает. Ладно. Давай спускаться. Не забудь взять с собой винтовку. Вы двое идите наверх и прикрывайте нас. Конечно, босс. Хорошо, ну вперед. Похоже, легче всего пройти тем же путем, что Майка. Как ты и сказал, месть — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Да, только я не был уверен, что ты со мной согласишься. Артур, неужто ты совсем разуверился во мне? Сейчас нам надо добыть припасы, снаряжение и убраться отсюда. Все остальное, включая Кольма, может подождать. Хорошо. Там и без этого хватает этих подонков. Пойдем.
Осторожно, здесь крутой спуск. Может, я пойду вперед? Тебя они хотят прикончить первым. Ничего у них не выйдет. Нет, но если учесть, как нам везет в последнее время... Тихо. Давай сначала спустимся. Давай, мимо этих деревьев, быстро. Что-то там говорят в лагере. Жаль, не пишут субтитры. Пригнись. Давай за мной. Артур, прячься. Так что будем делать, Дач? Я могу разобраться с ними, если хочешь. Решай. Ты хочешь пойти вперед? Валяй. Артур, решай. Ладно. И я пойду первым. Чего ты ждешь? Вперед, Артур. Ты идешь? Адрискал, вы сдохнете, сволочи. Я иду вперед, прикройте меня. За Артуром. Вы не знаете, с кем связались. Так, на слух. Давай, Билл. Берегись. Вон там еще, в хижинах справа. Вперед на них.
Проклятие, они прячутся в тех хижинах. За мной, вперед! Прикончить тех подонков в хижинах. Кажется, это все. Обыщите трупы, заберите все ценное. Узнаешь кого-нибудь, Дач? Конечно нет. Кольбу плевать на своих людей. Для него главное, чтобы их было много. Умеешь стрелять, ездить на лошади и убивать. Не задавая вопросов, ты принят. Вдумайтесь, сколько мы уже с некоторыми. А Коль наверняка и имен-то половина этих не знает. Вот черт, осторожно, у них подкрепление выходит из рощи. Деревяшку стрелял. Черт, их много. Что скажешь, Артур, будем обороняться или нападем? Тут я что-то ничего не нажимаю. Ладно, стреляйте в них, когда они выйдут из рощи. Дач решил сам обороняться. Не дайте им скрыться в лесу. Эти трусы убегают. Молодцы, ребята. Возвращаемся в лагерь, берем все, что нужно, и сваливаем. Что-то я тут решил погнаться за ними. Так, по-моему, я не грохнул его. Убежал, короче, мужик.
всех пограблял, короче. На это сейчас нет времени. А этот шманает. Артур, мы тебя ждем. Артур, иди сюда. Набрал всего сигары, бурбон. Молодцы, ребята. А теперь давайте хорошенько тут все переворошим. Билл, иди обыщи тот фургон. Мика, смотри вон то здание. Артур, ты посмотри в здание слева. Поживее, ребята. Ищите детонаторы, взрывчатку, все, что может нам пригодиться. Вперед. Какие-то зелья чудодейственные.
Здесь вроде то, что надо. Что скажешь, Билл? На вид хороший, пахнет как надо. Пойдем. Вы все забрали? Вроде бы да, босс. Это было одного из них. Спасибо. Как раз то, что нужно. Да, любопытно. Тут что-то про поезд, который они собирались ограбить. Мистер Левит Корнуэлл, значит. Залезайте обратно, двигаем дальше. Ладно, валим отсюда. Парни, я горжусь вами. Всеми вами. Никто из нас не погиб. Отлично, парни. Неплохой результат для голодных бродяг. Они могут лупцевать нас сколько угодно, но им нас не сломить. Мы всегда дадим сдачи, потому что это наш путь, парни. Жизнь вне закона. Подождите, вот вернутся в строй Джон, Мак, Чарльз и Шон. Я уверен, я знаю, что все они вернутся. Ты не убил Кольма, но эта заварушка будет для него хуже пули в голову. Особенно после того, как мы ограбим этот поезд. Да, но это мы еще посмотрим. Да, обязательно. Ты же знаешь, что он будет мстить. Конечно, как и все остальные. Но мы будем держаться на шаг впереди. Мы всегда должны знать, где они, до того, как они узнают, где мы. В Блэквотере мы были неумелыми, нерасторопными. Больше такого не повторится. Так, парни, поднажмите. Давайте поскорее вернемся в лагерь. Эй, видишь того парня? Он же вроде из лагеря Дрискола. Я им займусь. Ладно, тогда мы возвращаемся. Только не убивай его, он может оказаться полезным. Ага, хорошо. Я-то вообще при чем? Не так быстро, приятель. Черт, нет. Ты поедешь со мной. Вы меня с кем-то перепутали. От меня вам никакого толку. Черт. Черт. Отпустите меня. Как тебя зовут, парень? Я не знаю. Не знаешь свое имя? Киран. А фамилия? Даффи, Киран Даффи. Ну, я не буду врать. Сегодня тебе очень не повезло, Киран Даффи. Куда вы меня везете? Туда, где тебе не понравится. Зачем? Что вы со мной сделаете? То, что тебе не понравится. Так что прибереги силы для воплей. Нет, не надо. Отпустите меня, и я исчезну. Отправлюсь в Мексику. Please,
пожалуйста, мистер, заткнись, сволочь, или я тебе сам пасть закрою. Полегче, вы мне ребра сломаете, господи, нет. Отпустите меня, пожалуйста. Ты хочешь испытать мое терпение, да? Если так, то я тебе все кости переломаю. Простите, простите, ладно? Больше ни слова. Ясно? Хорошо, хорошо. Вот за это две кости. Ну что за сранец ты, мелкий? Давай представлю тебя парням. Пожалуйста, не бейте меня. Не волнуйся, они очень милые. Ты нашел этого засранца? Ага. Поймал его. Очень хорошо. Добро пожаловать. Теперь это твой дом. Надеюсь, тебе здесь понравится. Хорошо. Хочешь, чтобы я развивал твой музык? Нет. Все равно не скажет ни слова правды. Дядюшка мистер Уильямсон. Свяжите этого засранца понадежнее. Пусть сперва проголодается. У меня есть поговорка, мой друг. Мы стреляем в тех, в кого нужно стрелять, спасаем тех, кого надо спасать, и кормим тех, кого надо кормить. Вот мы и разберемся, что с тобой делать. По-моему, не верится. Подручный Одрискола в моем лагере. Нет, я не его подручный, мистер. Я этого гада терпеть не могу. Как скажешь, сынок. Молодец, Артур. Жаль только, что Кольма не прищучил. У нас еще будет такая возможность. А теперь надо подумать, получится ли у нас ограбить этот поезд. Ладно. Несколько дней спустя. Эти несколько недель были трудными, но Дач не был бы Дачем, если бы не занимался составлением планов. И Дач не был бы Дачем, если бы эти планы не включали в себя ограбления и мечты. То, черт возьми, этот Левит Корнуэлл. Я думал, вы отпускаете ему грехи перед смертью, а оказывается, вы решили познакомить его. Я попросил бы вас выказать немного уважения, мистер Морган. Простите. Ну что, как самочувствие? Я перед тобой в долгу, и ты мне заплатишь. Но потом... А сейчас отдыхай. Артур, я думаю, пора заняться поездом. Хочешь, чтобы я пошел? Конечно, хочу, но... Посмотри на себя. Я всегда был не очень Дач. Это просто царапина. Лежи, парень. Здравствуй, Абигейл. Дач, Джеки. Мальчик хотел тебя видеть, Джон. Ну вот, увидел.
то, что от меня осталось. А ты? А я, видимо, надеялась, что увижу покойника. Подожди, ты еще много их увидишь. Мерзкий ты человек, Джон Марстон. Он идиот, Эбигейл. Мы все это знаем. Итак, поезд. Билл, выдвигайся вперед и установи заряд водонапорной башни перед самым прибытием. Хорошо, что проблема? А зачем нам это? Погода налаживается, мы можем уехать. Мы же вроде хотели уезжать. Да, что ты от меня хочешь, Хозия? Я просто хочу... Не хочу, чтобы кто-то еще умер. Мы живы, Хозия. Живы, смотри на меня. Мы живы, даже ты. Но нам нужны деньги. Все, что у нас было, осталось в Блэквотере. Ты хочешь туда вернуться? Нет. Послушай, Датч, я не пытаюсь тебя перечить. Мне просто кажется, что надо следовать плану. А план был залечь на дно, потом отправиться на запад. Теперь мы вдруг решили ограбить поезд. А какой у нас выбор? С Левитом Корнуэлл шутки плохи, Датч. Это кто такой Левит Корнуэлл? Он железнодорожный магнат, торговец сахаром, нефтяник. Прямо рад за него. Ну что ж, тогда от него не убудет, Датч. Джентльмены, пришла пора нам показать, чего мы стоим. Предлагайте лошадей, пора грабить наш поезд. Ладно, выдвигаемся, следуйте за мной.